Станция метро Комсомольская. Сотрудник ГКО, организатор перевозок, не представляется. Ко мне тоже подходит, просто так спрашивает. Я вам не хамил, у вас на видеорегистраторе есть вся запись. Пожалуйста, представьтесь, по первому требованию пассажира. Уважаемый сотрудник, представьтесь. Я вам не мешал работать. До удостоверения ваше не снимает, он прочитает. Может, он хочет жалобу составить. Да. Это его право. Дело не в этом. Вы мне не представляетесь. Я сейчас с вами разговариваю. Да. Вот что он сейчас говорит. Я пытаюсь у вас попросить документы. Мешает нам с вами общаться. Да. Правильно? Да. Правильно. Но прежде всего, ну вот хоть один грамотный сотрудник полиции. 30635. Удостоверение и все. Пускай человек дальше жалуется. Так ради бога, ну он покажите. Покажите удостоверение, вы кто вообще есть? Ряженый в форме. А вы кто есть-то без удостоверения? Вы мне его не показываете, я считаю, что вы ряженый. Господин, вы ряженый в форме, покажите удостоверение. Удостоверение покажите. Я снимать не буду. Сотрудник Андреев Александр Владимирович, годен до... До какого годен? До 31 декабря 2020 года. Жетончик ваш. Здесь написано. На вас должен быть надет жетончик. А вы не видите? Я не видел. 203 номер. Поздравляю, на вас будет написана жалоба за некорректное общение с пассажирами при исполнении своих должностных обязанностей. Все. Всего доброго.